Мур, привет, друзья, с вами Зверько. В игре произошли неанонсированные изменения Кимми. Кроме того, что теперь вместо пулемета, пробивающего все и вся, у нее пузырькомет, так еще и отобрали огнемет. Теперь она вторым навыком делает рывок от противника, оставляя за собой лужу химикатов, которая наносит постепенный урон и замедляет противника. Схоже с остаточным уроном от первого навыка Гатота. Самое забавное, таким рывком мы не можем перепрыгивать препятствия, что делает навык весьма сомнительным. То есть ранее можно было применить фантазию и собрать ее в урон с охотника на демонов и золотой посох, или в криты, или вообще в магию и поливать всех навыками, и все три билда были бы жизнеспособны. Теперь же геймплей приблизился к рельсовому. Если противник далеко, стреляем магией. Кончилось топливо, лупим с руки. Добиваем ультой. Отходим вторым навыком. Все. Это несколько разочаровывает лично меня. Но надеюсь, будут внесены правки перед выпуском персонажа. Кроме того, столкнулся с багом, когда управление отказалось повиноваться. Ни навыки, ни стрельба не работали. Пришлось убиваться в вышку. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу изменений Кимми. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!